Привет, друзья мои! Приветствую вас у себя на канале. Сегодня ужин. На ужин повторяю один рецепт. Это даже не рецепт, это такая идея. Хотя и слово «повторяю рецепты», знаете, тоже звучит как-то очень странно. Мы все повторяем за кем-то рецепты. Любой шеф-повар повторяет какой-то рецепт. Но если он, конечно, не авторский. Что нам для этого понадобится? Ну, собственно говоря, тыква, перепелки, немножко риса, я уже отварил заранее, растительное масло, соль, черный молотый перец, розмарин, мускатный орех. Сейчас это все дело хорошо еще раз промоем и приступим. Я перепелочки просто положу, я ничего с ними делать не буду. В духовку 180 градусов. Ребят, минут на 10. Нам надо, чтобы они немножко схватились, сжались. Небольшая корочка образовала. У тыковки аккуратненько вскроем крышку. И очистим от семечек. Следующим этапом, ребят, я немножко соскребу внутренности. Ну, чтобы так увеличить пространство там. Но не совсем. То пусть останется. Это мы тоже будем есть. Посолю внутри мускатного ореха с розмарином. Натру. Смажу маслом растительным. Добавлю немножко риса. Тыквы. Я вот так вот порву, не буду резать кусочками. Рис не соленый, я его посолю немножко. Перемешаю. Вот. Прихватились немножечко, достаточно. Смажем чуть-чуть маслицем, прям немножко, чуть-чуть. Перец, соль и розмарин. И уложим внутрь. Они маленькие, я вот 4 штучки как раз запихал сюда. Попробую пятую еще сюда вставить. Вот как красиво. Закрываем крышку. Делать не обязательно, ребят, но я вот немножечко сделаю, помажу. Чуть-чуть. Смотрите, духовка 140 градусов на 1 час. Потом увеличим где-нибудь до 170 и еще минут на 40. Нам главное, чтобы сама тыква пропеклась. Ну, друзья мои, час 40 в общей сложности. Вот. Сколько бульона там получилось. Вот это да. Ну, друзья мои, готово. Приятного аппетита. Тыква распарилась. Сладкая, вкусная. Рис с тыквой. Травками обалденный. Ну а перепелки это нежное мясо. Спасибо вам, что были со мной, что смотрели. Забегаете, не забывайте, отмечайте. Скоро увидимся.